Комитет по имуществу сделал объявление для десногорцев, которые стоят в очереди на получение жилья. Вы предоставили документ, комитет документы, подтверждающие их статус. Или обратиться по телефону 7321 727. Коммунальные службы готовят город к зиме. Сегодня у нас будет второе направление производиться работы по обслуживанию запорной арматуры на тепловых сетях с переключениями. Но стараемся, чтобы жители не заметили никаких перебоев в снабжении горячей водой. Так, все идет по графику. Председатель комитета по культуре доложила о предстоящих мероприятиях на этой неделе. 26 числа состоится открытие первенства Смоленской области по бадминтону «Атомный валан». 29 августа в ГЦД пройдет традиционная педконференция. В рамках конференции также пройдет чествование педагогов, героев видеороликов и их авторов творческого конкурса «Слава Созидателя», а также представление новых героев видеороликов. Безработица в Десногорске составляет 0,66%.